Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Cry of Fear, вторая серия. В первой серии мы маленько освоились и теперь уже более-менее подготовлены. Давайте посмотрим, что нас ждет тут. Так, меня подготавливают к драке, похоже, сейчас что-то будет. Так, вот это простой удар. А вот таким ударом можно оттолкнуть, но он и более сильный, да? Ладно. Это меня не радует, но что поделаешь. Бабайка. Это кровь на полу. Боже, похоже на то, что происходит. Как она вообще... А, как я вообще сюда попал? Молоток. Ох, твою мама. Так, ну что, дружок? На, скотина. Ах ты... Погонь ты, эдакая. Ой. What the hell? Who was he? Что такое? Кто он? I gotta call police. Нужно позвонить в полицию. И отвернулся. Не, ну вы можете в это поверить? Да? Вы бы отвернулись от него? Черт, нет сигнала, говорит. Так, куда ты пропал? Так, а у меня, судя по всему, фонарик-то есть по-любому. Зачем мне тогда освещать себе дорогу? Нажми Е, чтобы цепляться за лестницу. Когда на лестнице, используй кнопки направления, чтобы двигаться. Ладно, так, а что у нас здесь? Или... Подожди, я отсюда, наверное, пришел. Тут тупик. Тут у нас... кровавый отпечаток в воздухе. Глюки! Подожди, что там лежало такое? Ага. Так, содержит дозу морфина, восстанавливает здоровье, но слишком много может быть опасно. Ну, то есть, да, как и любая наркота. Так, а в левом нижнем углу у нас, похоже... блин, какая графика для первого Half-Life, это невероятно, по-моему, просто. Левая полоска это, похоже, здоровье, правая полоска выносливость. Ага, еще один. Слабак! О! Фу, так. Ну ладно, пока здоровье пойдет. Фу, так, хорошо. Твою мать. Вот этим ударом все-таки сподручнее бить. Подожди. Иди сюда. Какой жуткий, да? Это офигеть, я бы увидел, я бы тут просто родил. Сразу. Сразу прям. Прям тут, скотина! Падай! Ой-ой-ой. Уф, так, надо подлечиться. Фу, как будто сам дрался. Так. Мощная, говорит, штука. Лучше с ней быть поосторожней. Хорошо. Жалко, сохраняться нельзя на каждом углу. Но тогда было бы не так страшно, конечно. Но если я сейчас погибну где-нибудь, это будет печально. Ой, я ненавижу лестницы от первого лица подъемов. Фу, тихо. В хоррорах. А вот и сохранение, кстати говоря. Так.
Бухло нам? Нет. Бухло нам не нужно. Вроде бы нет. Я уже не совсем понимаю, куда я направляюсь. Что вообще наш герой там забыл. Та же проблема, что и в Думе третьем. Либо ты светишь. Ой! Жуть, погонь! Так, а что это у тебя? Молоток я не могу взять. Молоток он, конечно... Фу, короче говоря. Тут у нас тупичок. Еще ты посмотри. Твою мать! Да ты скотина, а! Ой, надо приноровиться к местной боевой системе. А, ладно, воду я пока не сильно хочу. Ничего, никакого лечива нету. Подожди. Два раза влево, два раза вправо это. Ага. Это вороты всякие. Ой, блядь, да что ж ты... Я уже запарился в этой игре вздрогивать. Фу, со здоровьем не очень хорошо. И взять нам его отнюдь негде. Ладно. Что это нам дало? Что-то где-то, видимо, открылось. Фу, так, сейчас дух переведу. Ага, понятно. Тут решетка была. Ой, мне бы какой-нибудь огнестрел, что ли, я не знаю. Раз уж пошли такие зарубы. Помоги мне, пожалуйста, помоги, они идут, я внутри своей квартиры. Поторопись. Что происходит? Я вообще не понимаю. Прыжковое упражнение. Тихо, тихо, тихо. Так, хорошо. Так, ладно. Блин, насколько все круто сделано, я вообще не ожидал от этой Тихо. Не ожидал от этой модификации. Ну, то есть я видел трейлер, я после трейлера, собственно, и начал ждать эту игру. Но что-то прям вообще такой высокий уровень, это офигеть. Это сколько сил труда в это вложено? Представьте себе просто. Так, ничего сюда? Я явно думаю, что тут будет не светло. А нет, свет включен. Да, что-то с этим местом не так. Ну, по крайней мере, здесь фонарик не нужен. Мне бы, конечно... О, ширево. Нет, это ручка просто, к сожалению. Чё там? Четвертый этаж. А я сейчас на каком? А, задание «Помоги персоне на четвертом этаже». Три маленьких кого-то играют в темноте. Я не понимаю. Тут, наверное, англичане с трудом разберутся. Но уж не я точно. Вообще не понимаю. Ладно, если потом нужно будет, я как-нибудь попытаюсь это расшифровать, но так париться, ломать глаза, это мой он нафиг.
Вот я вошел. Ой, блин. Не зря ли я сюда вошел. И вот вечная Atari, вечная дилемма. Либо ты все видишь. Ох, хорошо. Либо ты нифига не видишь. Но при этом ты с ножиком. Я не могу этот чан взять. Твою мать. Ой. Ой, какой ты... Какой ты... Самая страшная хрень, которую я видел за последнее время. Это чё, ребенок, что ли? Это... Твою мать. Пать. Надо валить отсюда. Мне нужно просто лечение. Просто аптечки, пожалуйста. А тут что у нас? Ой, блин. Сидел бы себе, играл в Uncharted. Как он откуда тут взялся вообще? Так, лестница. И этому надо думать, куда-то не туда пришли, куда нам нужно. Заколачивали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам на четвертый надо, пошел нахер. Че, я совсем дурак, что ли? Третий. А, там получается второй был, да? Ладно. Четвертый. Не поддается. Супер. С крыши, может? О, ширево. О, хорошо. О, штяк. Это, как вы поняли, была пропаганда наркотиков. Так, ну ладно, мне маленько стало поспокойнее, но сдается мне, что мы только через первый этаж сможем. Да, третий тоже не поддается. А что же у нас вон там было? То есть там же еще какие-то ходы были. Может, нам туда сходить сначала? Может, там огнестрел? Да и вообще сохраниться надо, пока у нас полная жизнь. Как мне неспокойно в этой квартире. Ладно, хоть сегодня играю не кромешной ночью. Так, ну и вот тут вот мы пришли. Вот сюда мы не ходили. Не поддается. О, поддается. Ой, блин, ну на кой хрен я ищу себе сам приключение на задницу, а? Что-то мне как-то натурально жутко просто, но вот... Ой, у меня даже в Амнезии вот в этом дополнении убийства в Вальштате такого не было. Что-то ничего, что ли? Ой, ну и он нафиг. Фу, после этой игры по-любому, после каждой серии надо отдыхать. Потому что мне до того жутко сейчас. Это при том, что я уже многое повидал. В данных, данного рода играх. Давайте еще раз сохранимся. Пока дают возможность, почему бы и нет. Потому что побывав в той комнате, может какой-нибудь скрипт запустили, и теперь что-нибудь где-нибудь произойдет. Ну ладно, нам, похоже, придется идти-таки... На второй этаж туда.
Так, секунду. Так, продолжаем. Чем мы, где мы? А, нам нужно вот сюда. Тут у нас бабайка появлялся. Хорошо. Бабайка так бабайка. Я, честно говоря, вообще не хочу туда идти. Ой, ой, как я тебя ненавижу. Как я тебя... Да ты скотина. Охрененно быстрый. Фу. Ой. Что-то совсем плохо. Закрыто с другой стороны. Ой-ой-ой. Так, сюда мы можем войти. Ладно. Давайте сразу посмотрим, что у нас здесь. Здесь, по крайней мере, свет горит. Не поддается и не открывается. Тихо. Вроде... Никого там нет. А, это за той дверью. Там кто-то ходит. Или это сердце стучит? Ну-ка послушаем. Да, больше похоже на стук сердца. У вас тут нет наркоты? Head and Shoulders? Это, как вы поняли... Была реклама Head and Shoulders. Так, ладно. Киддис это похоже. Эти маленькие детишки, такие милые. Они выглядят так, ну, лавли, то есть. Прям, короче, утю-тю. Я просто хочу потрогать их. Но потом приходят эти пар... Я не понимаю половину слов. Но потом приходят эти кто-то, короче. Именно поэтому я должен убить их. А, ну логично. Родители, может, приходят? Так, ну тут дверь я, естественно... А, ну блин, ну зачем я сюда полез? Я не хочу вперед идти. Не хочу. А, так. Ну чё, мы, блин, совсем, что ли? Давайте возьмем. Вот его сейчас вот так... Ой-ой! Нахер лучше с ключом. Твою мать. Я не хочу брать этот ключ. Валим. Ух, блядь. Ух. А ты кто такой? На кой хрен я сюда пришел? Ну, за ключом, понятно, с одной стороны, да? Но... Это же просто кошмар какой-то, это кромешный ад. Нет, но я вот честно признаюсь, я... Чтобы использовать ключ, открой инвентарь. Так, ключ от апартаментов. Так, обычный ключ от апартаментов. На нем написано... Для соседей напротив... Там кто-то плачет. Вот честное слово, то есть я натурально выпадаю в осадок от этой игры. Это я уже много хорроров поиграл, но... Так, настолько страшно мне давно не было. Да чё там, блин, душой кривить? Мне в последних играх вообще страшно не было.
Так, лицо со шрамом. Вот убийство в Альштадте, там было несколько мест, где я вздрогнул. Но это просто вздрогнул, потом похихикал. Ничего такого, да? Но здесь натурально, неспокойно. Я вот думаю, потом, после этой игры, вот я сейчас серию запишу, я вторую сразу писать не буду. Я выключу ее. Ой, блядь! Сдохни ты, скотина, мать твою. Вот я про это и говорю. Я выключу игру, я буду от нее потом долго отходить. Он меня чуть не убил, он меня всего изрезал. Это один из самых страшных монстров за последнее время, которого я видел в играх. Блин, дайте мне шприца. Это я или это что это за звуки такие? По идее, это я, наверное, потому что мне не очень хорошо, очевидно. Мне здоровье не убавляется хотя бы. Вроде бы нет. Да что ж вы такие-то, а? Блин, мне бы пистолет. Сраный пистолет, Валеру. Валеру. Уйди. Уйди. Че, не можешь сюда пройти, да? Ой-ой-ой-ой. Скотина, мне сейчас хана будет. А, я же говорил. Фу, так, посмотрим, где я сохранялся в последний раз. Довольно-таки далеко. А, ну что ж, я думаю, на эту серию нам впечатлений хватит. А, в следующий продолжим двигаться примерно в этом же направлении. Пока что мне нужно отдохнуть. Это что-то совсем плохо. Эти серии я постараюсь выкладывать вечером, чтобы вам тоже было приятно их смотреть, а то что, я один страдать буду. Вот хотели хоррора, получите хоррора. Получите, как говорится, и распишитесь. Ладно, в принципе, на пока что все, я пошел отдыхать. Ну и нафиг. Самая страшная игра, по-моему. Пока-пока-пока.